Здравствуйте, друзья. Сегодня бы хотелось рассказать вот об этом вот аппарате, так сказать. Это транзистор-тестер. Заказал его с Китая, пришел буквально вчера. Я им поизмерял некоторые элементы, и я вам скажу, это просто невероятная штука. Я советую каждому такую приобрести вообще. Она мне реально очень понравилась, просто невероятная штукенция. Значит, что тут есть? Дисплейчик. Потом такой паз для вставки элементов сюда, для измерения. То есть написаны еще цифры выше, то есть это обозначение. Первый ряд вот этот, это единичка, второй ряд двоечка, третий ряд троечка. И дальше одни единички. То есть вот эти четыре, где единички, это значит, ну как бы это назвать, они замкнуты. То есть получается, если хотим замерить резистор, мы вставляем в единичку и в двоечку, либо единичку и троечку. То есть таким образом это работает. Если в единицу и единицу вставить, то это неправильно, так работать не будет. Далее, есть еще такая площадка, на ней можно измерять SMD-компоненты. Но у меня, к сожалению, SMD-компонентов нет, поэтому я вам это не покажу. Но тут, в принципе, то же самое, дорожки пронумерованы 1, 2, 3. То есть также между первым и вторым прислоняется SMD-компонент, и он у нас, собственно, измеряется. Либо же там, как транзистор, три ножки надо совместить. Далее тут кнопка включения отключается. Ну, точнее как, она кнопка не включения, а кнопка нажать производимости теста. То есть при нажатии кнопки производится тест. И также включается. Если экран у нас выключен, при нажатии включается, и тест у нас происходит. Выключение происходит автоматически, через какое время точно не скажу, но где-то через секунд 20-30, и дисплей сам гаснет, и все. Так, на обратной стороне у нас питается от кроны этот аппарат. На нем, значит, он работает на Atmega 328P. То есть, в принципе, из Arduino, по идее, можно сделать такую штуку. Но это уже как бы готово. Вот. То есть на них еще, я так понимаю, вот к этим гребенкам, если припаяться, я просто другие не нашел, по идее, и их можно прошивать. То есть более новые прошивки в них ставить и так далее. По идее, мне кажется, это сделать вот тут. Но я не уверен. Так, ну давайте сию чудо продемонстрирую. Итак, возьмем крону, давайте вставим. Вот, подключил крону, ничего не показывает. То есть давайте возьмем, наверное, сначала с резисторов. То есть возьму резистор. Так, все, запутались. Резистор на 220 Ом. То есть я вставляю в первую ножку, ну и, допустим, третью. Вот. Также у нас есть рычажок, который замыкает контакты. То есть если, допустим, у нас контакт плохой, то давайте вам покажу ближе. Вот. И мы можем вот таким образом рычажком закрыть. Итак, вставили. Давайте теперь запустим. Сразу производится тест. Показывает, сколько батарея подает. Вот. И у нас между первой и третьей ножкой показывает, что 219 Ом. Резистор на 220 Ом. Все четко. То есть давайте теперь возьмем какой-нибудь в 1 килоом. То есть точно так же. В третий и в первый вставим. Так, нажали. Производится тест. Так, это что-то не то. Ошибся. Показал, что у нас конденсатор. И вот 1000 Ом. Ну вот 1 килоом и показывает. То есть резисторы он с легкостью тестирует. Далее давайте возьмем конденсатор. Вот 100 микрофарад конденсатор. Полярность я тут проверял ему параллельно. То есть не имеет значения, какой полярности его подключать. Так, давайте вставим. Так. Вот показывает 88 и 79 фарад.
Так, я не знаю, видно вам нет на камеру. Просто очень плохой. Мне кажется, на дисплее моей камеры плохо отображается. Итак, 88 и 66 фарад, видите? То есть, в принципе, 100 микрофарад, это верно. Так, тут еще погрешность показывает, я так понимаю. Далее, давайте теперь конденсатор на 500 микрофарад вставим. Так, вставили. Давайте протестируем. Оп, не хочет, нет контакта, наверное. Так, и что у нас сейчас покажет? Вот, 577 микрофарад. Так, отключился. Так, давайте теперь транзистор померяем. Транзистор сразу вот в три ножки вставляется. И при тесте он нам тоже выдает определенные значения. Вот, он нам показал, какая ножка где, где ключ и параметры. То есть, в принципе, вот все замечательно работает. Также можно взять транзистор, допустим, поменьше. Давайте как раз к SMD подключим. То есть я вот к трем ножкам просто замыкаю. И сейчас мы посмотрим, как он у нас, что он нам покажет. Так, он показал что-то нам не то, что нам нужно. Видимо, один контакт плохо контачил. Давайте еще подержим. Так, нет. Видимо, одна ножка плохо контачит. Вот, видите, и вот он нам показал, что это транзистор, и его тоже показания показал. В принципе, все работает. Итак, ну, на этом, в принципе, ну, давайте сейчас еще немножечко подождем, чтобы он выключился. Все это можно запихнуть в какой-нибудь корпус. Вещь нереально крутая, серьезно. Я вот им поигрался сейчас, он реально он показывает вещи такие. Вот, видите, отключился. Он все измеряет, то, что нужно, транзисторы, конденсаторы. У меня есть видео отдельно, как я вольтметр делал из Arduino, как емкость конденсаторов измерял. Все это, в принципе, есть на Arduino, это можно сделать. Но это как бы уже готовый продукт, уже все на него напаяно, все, что нужно, и замечательно работает. Вещь просто супер. Всем рекомендую, кто хочет измерительный прибор себе такой заиметь, то ссылочку в описании, естественно, оставлю, переходите, заказывайте. Вот такая вещь. Так, ну, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока.